Энергия мысли. Наконец-то вы уже хоть знаете об энергии мысли, что она действует на вашу жизнь. Но вы поймите, что если ваша энергия мысли будет, так скажем, два раза в день, это полная херня. Вы должны думать об этом 24 часа в сутки. Вы должны жить этим. Жить, понимаете? Вы должны уже жить в этом мире. И тогда ваш, так скажем, физический мир наконец-то сдвинется с места. И вы закончите ходить по кругу по одному и тому же, когда у вас одна рутина. Одна рутина. Я всегда вижу, так скажем, когда я общаюсь с человеком, общение идет, а потом в один прекрасный момент я вижу, как он замкнулся. И у него начинаются круги. Снова и снова. И он хочет, начинает ходить по этому своему конечному кругу. Зачем ходить по кругу? Идите дальше. Дальше тоже интересно. Вы не думаете, что то, что вы достигли, это предел. Это нифига не предел, вы еще ничего не знаете. Вы ничего не знаете, что дальше есть. А я вам говорю, дальше намного больше. Намного больше, чем вы уже прожили за всю историю человечества. То, что вы прожили за всю историю человечества, это фигня по сравнению с тем, что там в будущем. Это вот так, то, что вы прожили. А там ебанись-ка сколько. Какие-то машинки.